Литры пользы и здоровья для всех северян. Очищено серебром, улучшенного качества, глубокой доочистки. Все это вода Дилан. Современные кулеры Gold Sun для дома, дачи, офиса. И главное, с 30% скидкой. Спеши заказать. Телефон доставки 65 77 65. Добрый день, дорогие друзья. Я вновь рада вас приветствовать в нашей студии «Фантазеры». Расположенный по адресу Троицкий, 67, торговый центр «Пирамида». Четвертый этаж, вход со стороны бизнес-центра. И сегодня у нас с вами очередной мастер-класс. А делать мы будем пасхального зайца. Для работы нам потребуется глина, проволока, молд, краска акриловая, плоскогубцы, ножницы, основа пенек, яйцо пенопластовое, скалка, клей. Берем глину и начинаем ее раскатывать. Раскатываем равномерно, чтобы у нас не было пузырьков. Получился у нас вот такой блинчик. Берем наше яйцо и заворачиваем в глину. Лишнее все обрезаем. Швы ровно заглаживаем. Глинку разглаживаем, чтобы у нас не было трещинок. Делаем это медленно. Не торопимся. Получилась основа для нашего зайчика. Нашему зайцу мы сделаем ушки. Для этого нам потребуется еще и розовая глина. Но предварительно мы делаем основу ушей из белой глины. Берем два кусочка одинаковых и формируем ушки на ладони. Формируем форму ушка. Вот получилась такая капелька. Сейчас мы ее плющим. Аналогично сделаем второе ушко. Также кусочек разминаем, чтобы он был пластичный. Также на ладошке делаем вторую каплю. Надо постараться, чтобы капельки были одинаковые. Плющим. Но серединку мы должны сделать розовую. Берем глинки розового цвета, чуть меньше, и делаем такую же каплю по форме. Плющим, прикладываем по центру, прижимаем. Серединку приклеили к основе. Берем зубочистку и пройдемся еще разок, чтобы придать форму. Вот у нас получилось такое ушко. Делаем второе ушко. Берем розовую глинку. Также ее раскатываем на ладони. Вот такая капелька. Плющим. Плющим тонко. И также, как в первом разе, прикладываем по центру, к основе. Вот такое ушко у нас получилось. Сейчас мы наши ушки должны определить то место, где они расположены. Берем проволоку, плоскогубцы, отрезаем два одинаковых кусочка проволоки, небольших, сантиметра два. Обмазываем в клею и по центру. Определяем, промазываем клеем и садим наши уши. Нашему зайке сделаем носик. Для этого нам потребуется розовая глина, небольшой кусочек. Делаем шарик, заглаживаем на ладошке. И определяем по центру. Сейчас сделаем два глазика. Немножко добавим клея. И приклеим два шарика. Сделаем нашему зайке бантик. Берем голубую глину. Разминаем. Формируем форму бантика.
сначала расплющим. Делаем углубление с двух сторон зубочисткой. Лучики направляющие. Такой получился бантик. Бантик определим поближе к ушку. Вот так. Чтобы наш зайка был более интересный, мы его немножко украсим. Берем зеленую глинку и тонко-тонко раскатываем. Делим пополам зубочисткой. Травку делаем подлиннее и покороче. И последний момент. А сейчас мы будем делать цветочки. Берем розовую глинку, буквально чуть-чуть. Формируем шарик. Приклеиваем. И прижимаем. Добавим еще голубых цветов. Сейчас мы нашему зайке будем делать лапки и хвостик. Приступим с хвостика. Берем небольшой кусочек глинки, буквально вот так. Формируем шарик. И лапки. Делаем большую капельку. Разрезаем каплю пополам. Прикладываем рядышком. Капельки должны получиться одинаковые по размеру. И зубочисткой сформируем лапки. Добавим клея. Посадим сюда нашего зайчика. Зайка готов. Далее мы нашего зайчика посадим на пенек с листочками. Формируем листочки из зеленой глины. Также капелька. Прикладываем к молду. Обжимаем. Буквально немножко клея. И прикладываем листик. Также сделаем еще немножко листиков. Обжимаем. Формируем форму листа. Обжимаем. Пенек готов. Зайка готов. Посадим его. Посадим его. Пенек немножко смажем клеем. По центру определим зайчика. И можно немножко цветочков добавить. Вот такой пасхальный зайчик у нас получился. Я приглашаю вас в студию «Фантазеры» на мастер-классы, где вы можете проявить свое творчество. До новых встреч! Литры пользы и здоровья для всех северян. Очищено серебром, улучшенного качества глубокой доочистки. Все это вода Дилан. Современные кулеры Gold Sun для дома, дачи, офиса. И главное, с 30% скидкой. Спеши заказать. Телефон доставки 65 77 65.